Забавляешь? День малого единичку, а похер. Ne. Jenom utápíš ten zadek, dál a dál. Назад вперед, назад вперед! Окно закрой!
Я не знаю, что это было.
Колесо правое стоит на машине. Сорвало, да? Сорвало силу Чайковская, тащит его в гору. Пошел, родной, пошел. Что-то колесо встало, да, сперва? Там дисковые тормоза. Примерно. Успешность. Колесо не залез. Ну все, четко. Давай-давай! Ха-ха-ха!
Итак, всем доброго дня, подписчики, зрители, жители Ютуба. Сегодня я сниму обзор мотоцикла. Мотоцикл у нас простые Horse Motors. Сейчас покажу. Такий мотоцикл на 110 купов. Мотоцикл. Сейчас откосим назад. Покажу его на солнце. Який он? Что за мотоцикл? Подножка. Так, поглядим. Як он выглядит снаружи. У нас на мотоцикле багажничек специальный. Перевозить какие-то мешок картофеля. Положил и вези. Дальше что тут у нас? Труба глушителя. Тормоза. Тормоза вторые, передние. А, это сцепление, тормоза вторые тут. Замок зажигания. Стартер, да, да. Все добро вы чули, тут установлен стартер. Вот он. Ну як, все еще нема аккумулятора. Заводим, можно вручную. Запуск, вот. Сейчас вот, глядите. Включаем зажигание. Включили зажигание. Я одной рукой так вот, глядите. Завелся, так вот просто без ничего, так легенько заводится, и он робит. Вот сами поглядите, вы думаете, что он тихо робит, видите? Холодный еще просто, минус 10 на улице. Холодный он. Просто треба разгазовать это бензин. Так, свет горит. Все, заглушили. Еще раз покажу, чтобы, если кто не поверит, провернули замок зажигания. Вот я так вот становлюсь. Это не... Там не отредактировано идет. Вот. Завелся. Просто легко и спокойно. Так, зеркала. 4 передачи. Так, эти поворотнички тоже сломались. Ну ничего, можем даже сейчас проехаться. Скорость. Тахометр. Я тут. Езжу просто и спокойно. 4 передачи на этом мотоцикле. Поворачиваем зажигание. Показывая у нас передачу. У нас нулевая передача. Включаем первую. Я газовать не могу, не смогу. Вот так вот. И поехали. Так, ногой придерживаю, скорость малая. Такую машину. Сейчас даже я могу и вторую включить. Вот, включили вторую. Это без... Ён еду я. Поглядите по какой дороге. Без газов. Я не газую, ён вообще тянет. Первую включил, бо... Для второй, сами бачите, тяжковато для таких, как сказать, бездорожью. Сейчас вот видите, вторую сейчас заглох, не вытянул мотор, сцепление еще кинул легко. Вот, скорость проехал. Так, средняя скорость на трассе составляет 110 километров, можно ехать спокойно, расход. Около 2 литров на 100 километров. 2 литра на 100 километров расход на этом мотоцикле. Максимально я выжимал где-то 140. Тут оно не показывает, доходит до 120. Потом еще набираю. Раз он где-то 140 я набирал на этом мотоцикле. Скорость. Так, тут этой кнопочки я не знаю для чего. Там уже поворотники. Не знаю. Это непонятно. А, то тут от нас идет. Это, наверное, вот это вот поворотники. Вот, поворотники, сцепления. Тут свет шаза. Это стартер. А это сигнал получается. А тут, наверное, режим работы дальний, ближний. Дальний, ближний. А тут, получается, включается свет. Тут, наверное, включается свет, это габаритики. А это дальний, ближний.
Як-то так. Ну, ще завідом і покажу ще раз. Да. Заводиться проверка зажигання замок. Что, не... Вот. Завелся. Первая передача, вот, это вот поворотнички. Вот. Так, кто-то что-то не робит в эту сторону. Может на том... Ну, трогаемся с места, без газа, побачим. Як он тронется. Вот, не газую ее. Все, поехали. Едем спокойно. В гору поднимаемся. Гора не велика, но вытягивая. Вытягивая. Ну, ты не вытянул его на второй. Как-то так. Что, сейчас покажу, сколько передач. Так, первая. Вторая. Четвертая. Переключу все с третьей быстро на четвертую. Тоже четыре тут передачи. Так, трогаемся с места по типу. Едем, 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 едем. И тормозим. Хороший мотоцикл в рабочем состоянии. Так вот, так откачу, чтобы ночью никто не ударился. Вот, одной рукой я вот его, видите, просто и спокойно. Сергей Мозовизе. Сергей.